Владивосток, 5 ноября 2023 года, вечер. Через дорогу находится цирк с 28 октября. Программа, приуроченная к столетнему юбилею Юрия Никулина. Вот афиша. Немного накрапывает дождик. Светланская, 76. Здесь адрес. Воскресенье, вечер. Через дорогу находится Мумитроль-бар. Раньше он находился в районе стадиона «Динамо». А здесь, чуть ниже, находится Матросский сквер. Здесь наверху стоянка есть, и вот здесь вот есть стоянка. Там вон качели с видом на бухту Золотой Рог.
Это вот была остановка Политехнический институт раньше называлась. Вон там кирпичные здания. И есть такой художественный фильм, называется «Владивосток 1918». Там есть арка между зданиями вот этими. И из этой арки сюда, в эту сторону, скажем так, на дорогу, выходили красноармейцы. Вот, кадр есть такой в фильме. «Владивосток 1918». Пилоны Золотого моста, Золотой мост. Это Матросский сквер. Там чуть ниже набережная Цесаревича находится. Так. В этом здании размещается ансамбль «Песни и пляски». Вон стенд на фасаде. Там за этим зданием фуникулёр находится. И вон там же вот эта арка, откуда выходили красноармейцы в фильме «Владивосток 1918». Впереди музей Тихоокеанского флота. Вот здание. Восточный институт. Светланская, 66. Здесь на территории музея всякие разные пушки стоят разных времен. Раньше эти пушки стояли там через дорогу, а в каком-то году их вот все переместили на это место. Здание музея с этой стороны. Дождик чуть-чуть накрапывает. Дворник территорию убирает. Так.
Так, а вот цены. Осень, лес остыл и листья сбросил. Здесь чего-то построили. Здесь за этой опорной стенкой находятся теннисные корты. Идти сюда, здесь калитка. Получится, нет? По-быстрому пройти. Ну вот. Такие здесь теннисные корты есть. Телефон там на баннере указан. Я так понимаю, можно звонить, бронировать площадку и играть. Приходите. А в этом здании тренажерный зал какой-то. Видны тренажеры.
там наверху сквер имени Невельского. И вот на этих деревьях зимой можно увидеть белоплечих, белохвостых орланов. Они к нам прилетают на зимовку. А здесь находится памятник основателю дзюдо Ощепкову. Там вон тигрята. Кустики так подрезаны, подстрижены. Так. А здесь набережная Цесаревича. Стоянка. Вот на этом квадратике зимой тоже можно увидеть орланов. Вон там они обычно сидят. Хищные большие птицы. Чайки орут. На той стороне мыс Чуркин. Вот ближе к мосту видно здание Приморская сцена Мариинского театра там находится. Здание там. Какой-то экскурсионный катер. Слышен голос в громкоговоритель. Где-то там виднеется сопка-бурачка. Это в районе Акатовой. Вот это вот такое розовое здание. Это штаб пограничных войск. Сейчас нет. Ну и в принципе так по температуре терпимо. Люди неспешно гуляют во Владивостоке. 17 часов. Замочки здесь. Свадьбы приходят
сюда фотографируются. Чайки, чайки орут. Там наверху продолжается строительство музейно-театрального комплекса на сопке Орлиное гнездо. На некоторых судах уже зажгли свет. Море сегодня спокойное. Бухта Золотой Рог. Ой, там что-то, столько собак каких-то бегают. Чё они там бегают? Вокруг женщины с ребенком. Странно. Чего? Играются они там, дурные. Носятся. Ой, хорошо. Спокойно. Там впереди детская площадка, ларечек с какой-то едой. Ну, чай, наверное, какие-нибудь сэндвичи. Если повезет, здесь можно увидеть, как они называются, ларги или нерпы. Вот прямо здесь. А где-то вон там лестница, которая ведет в Матросский сквер. Вон там. Вот здесь вот мост любви. Свадьбы сюда приезжают. И там тоже замочки висят на перилах. Скейтбордисты. Там вон самокатчики. А вон там фуникулер находится. Здесь на роликах тоже катаются. Фишки расставляют и разные трюки делают. Ну, в теплое
время года. Даже соревнования здесь иногда проходят по роликам. Там где-то вдалеке сопка Крестовая на Игершельде. Наш Золотой мост. Дедушка на роликах. Ой, что-то дождик закапал сильнее. Здесь всякие вот перила для скейтбордистов. Они здесь трюки разные делают. А вот это фонтаны, но что-то они первое время работали, а потом их выключили, и они уже долгое время не работают, к сожалению. Дождик закапал. Вот в этом здании прокат велосипедов и другой техники для катания. Ой, вон пацаны гоняют, как угорелые. Набережная была открыта в 2012 году. Где-то вот на этом месте тогда была установлена сцена, выступали группы. Где-то вот здесь вот играл оркестр. Люди гуляли. День был прохладный. День открытия набережной. Ну, прокат, наверное, уже закрыт. Велосипедов. Вон что-то велосипед достали. Или нет, или открыт еще до сих пор. Непонятно. Дождик накрапывает.
общем. Такой вечер. Владивосток, 5 ноября 2023 года.